Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Красный Дракон. И у нас игрушка Ассасин Черный Флаг. Пират Эдвард Кенвей. Итак, мы продолжаем проходить за него вместе с вами эти замечательные приключения, которые нас ждут еще впереди. Ну и давайте приступим ко второй части. Да, заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А не то. Простите за скорый уход. Размолвка случилась. И не только у вас. О, Господи. Простите, виноват. Не хотел, чтобы испанцы меня увидели. Ну что вы, что вы. К несчастью, солдаты конфисковали мой сахар и вашу сумку. Черт. А куда пошли? Боюсь, я без понятия. Эти господа могут знать, но мой испанский, мой молдат. И лучше не спрашивать. Черт. Ладно, нам надо вернуть мои карты. А сахар? В кальсонах унесем. Поживем, увидим. Итак, орлиное зрение. Что оно нам дает? Так, В использовать хорошо. Лишь бы не путались под ногами. Бонна! Кажется, я понял, в чем дело. Тихо! Боюсь, они рядом! Назад! Разделимся, чтобы сбить их с толку. Лучшая мысль за сегодня. Всю игру надо проходить по стелсу. В этом фишка. Вы опоздали. Да, сэр, да. Прощения просим. Нас задержал капитан. Капитан Мендоса? Да, он будет рад встретиться с вами. Только он должен явиться на повешение, сеньор. Правда? Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за работу не расплатился. Да, сэр, капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть табак, сахар и прочее. Отлично. Наш сахар. Базилика святого Франциса. Следите за стражей. Нет. Что за... Как это?
Как так? Спалили. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. Черт, уреалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си-си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Да, но сахар с Барбадос. Высший сон. Мы доставили его в зал. Его хозяин затеял драку вчера. Сам сбежал, а сахар бросил. Неплохо. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Нет. Капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой, вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор, это Эль Тибурон, он человек губернатора. Следите за капитаном. Так, украсть ключ надо. Mejor casa de pizzas de Sevilla.
готово. Теперь у нас надо пробиться в тюрьму форта. Пробраться в тюрьму форта, не привлекая внимания. Хорошо. Это мы можем. Времени уходит на прохождение по стелсу. Ну а что делать? Игрушка требует именно такого прохождения. Так, сейчас там вертуха еще раз пройдет. Мы этого охранника снимаем. И заходим за нашим сахаром. Так, вот он вертухай. Девчонки до судова дошли, ничего себе. Так, я свои вещи забрал, на сахар посмотрел, ну и ладно. Так, все нормально. Теперь нам надо будет отсюда назад уйти, но не просто уйти, а еще надо нам синхронизацию здесь сделать. Так, ну это у меня вообще-то в планах не было так прыгнуть. Так.
с вами нужно вот на этот высокий шест залезть. Все делается легко и просто. Сели, осмотрелись, поняли, где что находится. Прыжок Веры. Ох, сколько вас здесь много-то ходит. Иди сюда. По стелсу прям. Так, ну и ладненько. Так, нам надо сейчас встретиться со Стидом Бонетом. Хорошо, пошлите. Со Стидом встретимся. Сахаром не вышло. Рук не хватило. Ничего страшного. У меня есть груз, чтобы окупить поездку. Вы задержитесь? На пару недель. Затем на Барбадос к монотонной семейной жизни. Зачем вам эта тоска? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. Ха, разве я не слыхал про пиратов Нассау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, боже. Вот приключение. Но нет, нет. Я муж и отец, у меня есть обязанности. Жизнь не только развлечение, Дункан. Эй, Боннет. Меня зовут Эдвард. Дункан лишь прозвище. Тайное имя для встречи с губернатором. Да, губернатор. Слишком уж я задержался. Итак, задание 2 выполнено. А как же мой сахар? И выполнено на все 100%. Превосходно. Так, сейчас у нас в миссии основное задание. Господин Уолпул, я полагаю. То есть мы сейчас должны, значит, губернатору сходить и выдать себя за того ассасина, которого мы с вами порешали. Это у нас Уолпул. Хорошо. Так. Так, мы видим сундучок.
не проходим мимо сундучков. Открываем все сундучки. Тихо и по стелсу. Друзьям опять нужна помощь. А вы опомнились, да? Что же вы так бесили? Вот так вот. Разделались. Выручили, сэр. За Джеком не пропадет. Замечательно. Эти ребята нам нужны будут в команду. Обычно мы должны их покупать, а здесь мы их просто спасаем. Ну, соответственно, и они уже к нам присоединяются. Так, миссии убийства, это все потом делать будем. Так, вот, давайте пока здесь каланчу точку обзора синхронизируем. Потому что нам это очень нужно. Синхронизация. Так мы открываем карту. Карта у нас очень здоровая. И также мы на ней видим сундучки, шкатулки, карты потайные. Так, нам, по-моему, вон в то поместье нам надо будет идти. Хорошо. Так, делаем прыжок веры. Он нас никогда не подводил. В этой минуте, наверное, мы с вами и попрощаемся. Ненадолго. Заходите на канал Красный Дракон. Подписывайтесь. Буду очень рад вам. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. С вами был Red Dragon. И... игрушка Эдвард Кенвей, Пираты Карибского моря. Пока-пока.